Пенсионный фонд напоминает, служба в армии учитывается при формировании пенсионного стажа. Помимо срочной службы, пенсионный стаж засчитываются и периоды военной службы солдат-контрактников. На пенсию могут рассчитывать и жены военнослужащих, которые проживают с мужьями в отдаленных гарнизонах, где нет возможности устроиться на работу. Также пенсионные баллы начисляются и за нестраховые периоды, то есть когда гражданин не работал, но осуществлял социально значимую деятельность, например, служил в рядах российской армии по призыву. Согласно федеральному закону о страховых пенсиях, один год военной службы по призыву оценивается в 1,8 пенсионных балла. Чтобы получить страховую пенсию в текущем году, необходимо иметь не менее 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионных баллов. Более подробную информацию можно найти в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.